Книга «Плач Иеремии», глава 4. «Как потускнело золото, изменилось золото наилучшее. Камни святилища раскиданы по всем перекресткам. Сыны Сиона драгоценные, равноценные чистейшему золоту, как они сравнены с глиняною посудою, изделием рук горшечника». И чудовища подают сосцы и кормят своих детенышей, а черь народа моего стала жестока, подобно страусам в пустыне. Язык грудного младенца прилипает к гортани его от жажды. Дети просят хлеба, и никто не подает им. Евшие сладкое истаивают на улицах, воспитанные на багрянице жмутся к навозу. Наказание нечестия чери народа моего превышает казнь за грехи Содома. Тот низринут мгновенно, и руки человеческие не касались его. Князья ее были в ней чище снега, белее молока. Они были телом краше коралла, вид их был, как сапфир. А теперь темнее всего черного лица их. Не узнают их на улицах, кожа их прилипла к костям их, стала суха, как дерево. Умерщвляемые мечом счастливее умерщвляемых голодом, потому что эти истаивают, поражаемые недостатком плодов полевых. Руки мягкосердых женщин варили детей своих, чтобы они были для них пищей во время гибели чери народа моего. Совершил Господь гнев свой, излил ярость гнева своего и зажег на Сионе огонь, который пожрал основание его. Не верили цари земли и все жившие во вселенной, чтобы враг и неприятель вошел во врата Иерусалима. Все это за грехи лжепророков его, за беззаконие священников его, которые среди него проливали кровь праведников, бродили, как слепые по улицам, осквернялись кровью, так что невозможно было прикоснуться к одеждам их. «Сторонитесь, нечистые!» — кричали им. «Сторонитесь, сторонитесь, не прикасайтесь!» И они уходили в смущении, а между народом говорили: «Их боли не будет». Лицо Господне рассеет их, Он уже не призрит на них, потому что они лица священников не уважают, старцев не милуют. Наши глаза истомлены в напрасном ожидании помощи. Со сторожевой башни нашей мы ожидали народ, который не мог спасти нас. А они подстерегали шаги наши, чтобы мы не могли ходить по улицам нашим. Приблизился конец наш, дни наши исполнились, пришел конец наш. Преследовавшие нас были быстрее орлов небесных, гонялись за нами по горам, ставили засаду для нас в пустыне. Дыхание жизни нашей, помазанник Господень, пойман в ямы их. Тот, о котором мы говорили, под тенью его будем жить среди народов. Радуйся и веселись, дочь Едома, обитательница земли Уц, и до тебя дойдет чаша. Напьешься до пьяна и обнажишься. Черь Сиона, наказание за беззаконие твое кончилось, он не будет более изгонять тебя». Но твое беззаконие, дочь Едома, он посетит и обнаружит грехи твои».